нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории. Но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. Я в учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлз после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. Айелло ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. А, давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Кассерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Эй, какого хрена? Злости Айелло хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Но что она говорила другое? О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот образок? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой, сбор в 6 часов, мы опоздаем. Все будет в порядке, Дэниелс, не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон, он просто душка. Думаете, вы особенные? Краут и вас на обед сожрут. Только не нас, сержант, нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс. Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности.
мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы – последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим, надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. Дайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен быть. Дэниел, огонь есть? Конечно. Боже! Сюда! Живо!
Взрывай Бангалор! После того, как пробьемся, идем к бункерам. Почти получил. Дергай, дергай! Берегись! Ну же! Оружие на изготовку! Пошли, 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 пошли! В окопы! Живо! Пошли! Ну давай! Зосман! Не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Держись, мы тебя вытащим. Надо добраться до этого медпункта. Слева! Я пустой! Надо найти укрытие! Сколько их? Много! Черт! Все чисто, пошли! И это, по-твоему, чисто? Они все лезут! Я пустой! Я пустой! Осторожно! Готов! Пошли! Давай живее! Я с тобой! Черт! Можем спуститься здесь! Вот так! Не дергайся! Я истекаю кровью! Зажми рану! Почти на месте! Давай сюда! Пошел, пошел! Так, так, держись. Врача! Мне нужен морфий! Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Я только отдохну чуток. Нет, не закрывай глаза.
Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги! Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь! Иди! О нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте! У фермерского дома стоит орудие GPF. Оно бьет по берегу. Вперед! Мы вернемся за тобой. Проверь патроны и гранаты. Вы слышали? По дороге, быстро! Уже иду! Мне бы патронов, сэр! Эй, Дэниелс! Орудие дальше! Когда дойдем до фермы, приготовьтесь к атаке! Живее! Они разложены по берегу в клочья! Заткните пулемет! Полетела граната! Молодец, Дэниелс. Так, ребята, идем за мной к точке сбора. Пошли. Пирсон, составь рапорт о потерях. Столько людей погибло. Мы взяли берег. Чертовски высокой ценой. Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Эй, я твой должник. Сам знаешь. Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался от Техаса, парень. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Мы с ребятами справляемся, я бы сказал, прекрасно. Пирсон так не считает. Но он вечно недоволен.
Может быть, к Рождеству я уже буду дома с парочкой медалек на груди. Но сначала надо взять Мариньи. Шмелинг против Ламоты. Шмелинг послал бы Ламоту в нокаут. Ну, не. Шмелинг нацист. Я бы его пристрелил. Его сделали кумиром. У него не было выбора. У всех есть выбор. А Ницше говорил, что есть только сильные и хватит, слабые. Умник, ладно. Льюис и Шугар Рэй Робинсон. Если Льюис такой, как в 38-м, то Робинсон, конечно. Да. Смотри, как кто вернулся. Думал, ты еще не скоро. Услышав, что крутые сукины сыны собрались брать Мариньи... Все идет по плану. К Рождеству будем дома. Не стой столбом, покажи. Ладно. Неплохо, а? Видал и похуже. Рад, что ты снова в строю. Рад вернуться, сэр. Ладно, парни. Есть уникальная возможность. Это наш шанс вырваться с плацдарма. Будет непросто. За всеми кустами сидят фрицы и в районе видели их бронетехнику. Но если возьмем и удержим Мариньи, все дороги наши. И раз Цусман получил ножом в живот, и вот он как новенький, я могу на нас поставить. Всегда ставь на победителя. Для Тернера защищать нас – дело чести. Пойдем! Только война все время этому мешала. Так, первый взвод, выдвигаемся! Пошли! Эй! Вроде такие раны заживают по 8 недель. Я готов, сержант. Честное слово. А, честное слово. Оно же ничего не стоит. Значит, ты готов? Прямо как новенький, сэр. У тебя кишка не тонка. Просто не показывай ее всем. Танки, поехали! Хватайтесь крепче! Будет трясти! Все как обычно. Пирсону ты нравишься. Как льву сырое мясо. Пошли, пошли! А ты неплохо держишься. Ха, а ты сам как? Не мог пропустить все веселье. Эй, Пирсон запрещает веселье. Знаете, почему он вас гнобит? Кассери! Потерял там лучших друзей. Он там получил 15-ю статью и понижение. Он уперся рогом, все его люди погибли. Это был кошмар, резня. Нацисты озверели. Мы выжили только потому, что они не перекрыли западный вход. Из-за этого засранца мы чуть все не потеряли. Тернер этого не забыл. Рапорт на него подал именно он. Но Пирсон думает, что если сделает из вас вояк, смоет пятно. Только смываем мы. Да, ты все понял. Поэтому он все не уймется. Даже на убийство пойдет. За что бы я убил? За жрачку. Ты только что ужинал. Говно на палке, а не ужин. Эй, как насчет шашлыка? На что они надеялись? В открытом гробу не похоронить. Эй, это же чей-то сын. Не, это Фриц. Да, Дэниелс прав. Не все они гады. Они дали нам Кеплера, Моцарта. Хорошо, студент. Марлен Дитрих. Вот это уже лучше. И не забудь об их изобретениях. Печатный пресс, микроскоп. Сосиски. Вы меня убиваете. Вы это слышите? Летит сюда. Штуки, берегись. Мерда. Слезайте. Уходим с дороги! Делаем крюк! Живо! Надо защитить наши шерманы! Вдалеке стреляют зенитки! Мы должны захватить одну из них и сбить штуки! Окна! Вот и в сарае! Черт! Земле! Заткните пулеметы! Два отряда, окружите их слева и справа! Давай, давай, давай! Заткните пулеметы! Два отряда, окружите их слева и справа! Давай, давай, давай! Враги на втором этаже!
Отлично, Дэниелс! Эй, это Перес! Эй, Перес! Ты как? Они убили моего приятеля Милза, но мы их здорово помяли! Враги впереди! Окопались с паками! Надо их выбить! Хорошо, Пирсон. Бери боевую группу и займите позицию для прикрытия. Когда вы подавите паки, я с Пересом поведу основные силы. Есть, yes, сэр! Дэниелс, Сусман, вы со мной! Идем! Топом! Зачистим гранату! Вас понял! Нужна помощь! Зачистим огнём! Они сдаются! Не стреляй! Да! Лежать! А ну лежать! Дэниелс, разоружи врага! Эй, это Тёрнер! Они живы! Лейтенант! Стойте! Командир на подходе! Так, слушайте! Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд. Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ. Есть, сэр. Черт. Джипы возьмем, но нужна танковая поддержка. Да, план такой. Перес! Пирсон пойдет за тобой с отрядом. Не могу. Поступил приказ от Коллинза. Идем на запад с 11-м. Черт побери. У парней время на исходе. Помощи не будет. Берите джипы и вперед. Живо! Ладно. Чарли завязли в дерьме по уши, вытаскиваем их мы. Вперед! Как ехать в Мариньи? По этой дороге следующая деревня. Впереди поворот, полегче! Дорога разделяется! Следите за отступающими краутами! Они пройдут прямо по вашей Чарли! Мы должны их опередить! Левее! Береги! Дэниелс, там крауты! Они на нас! Правее! Панцеры! Осторожно! Пронесло! Мы
под огнем! Нужна поддержка! Почти прибыли! Газуй! Куда ехать? Влево! Все влево! Долго не выдержим! Право! Лясо пулемет! Сейчас! Машина врага! Впереди машины Краута! Долго не выдержит! Черный надеется на нас! Проехать! Вижу окно! Держись! Там брат! Стой справа! Впереди! Бей по нему! Почти прибыли! Просто черный волк! Погода здесь! Они уже в доме! Еще враги! Будет слева! Не тормози! Нет, все! Они отходят! Зачистите остальных! Занять позиции у дороги! Еще чуть-чуть! Все чисто! Собраться! Лучше так не встречаться. Смотри, не влюбись в меня, Мерфи. Спасибо, что вовремя появились. Дэвиса благодари, он отдал приказ. Ладно. Уже поздно двигаться дальше. Похоже, у вас есть отсрочка. Простите, сержант. Да? Но разве за этими зданиями не сидят крауты? Может, нам поискать место получше? Ты прав, рядовой. Закажи нам номер в Рице. Сэр. Он просто боится. Подумай о своих проблемах. Как ты со своей раной будешь держаться завтра? Я в порядке, сержант. Дэниелс, присмотри-ка за ним. Опаснее врага может быть только гордыня. Отдыхайте, ребята! На рассвете займем Мариньи. Ред, стреляй! Все тот же сон. Вроде того, все время снится. Я в порядке, а ты отдохни. Нет, я покажу Пирсону, что готов. Мне плевать, что он скажет. Тебе нечего доказывать. Знаешь, я устал от этого дерьма. Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй. Тогда тебя будут уважать. Я понимаю. Поверь мне, у каждого из нас свои битвы. Но мертвым уважение просто ни к чему. Спасибо за поддержку. Ну и... Старина Михаил за нами присматривает, так что беспокоиться не о чем. Вот уж не знал, что вы в это верите. Я приму помощь от кого угодно. Так ты расскажешь про этот сон, или как? Волки задирали наш скот. Мой брат Пол и я пошли за ними, но неудачно. Брат, стреляй! Сейчас, сейчас! Скорее! Ты цел? Прости, Пол. Послушай меня. Бояться — это нормально. Нам пора домой, братишка. В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола. Но теперь я должен убедить не его, а Пирсона. Прячься! Тернер поведет боевую группу на площадь, а мы будем прикрывать их огнем с этой церкви. Вопросы! Все! У меня вопрос!
Копи их, Стайлс, получишь звездочку. Идем! Похоже, я ему нравлюсь. Есть! Улица зачищена! Идем к двери церкви! Двери церкви! За бок! Нужна помощь! Держи! Где они? Может, убежали, когда нас услышали? Рауты оставили припасы! Подготовьтесь и пойдем в башню! Черт! Пулемет на втором этаже! Всем в укрытии! Укрытие, скорее! Сержант, зови еще крауты! Полети! Иду к двери! Крауты сбивают истребители! Сусман, Айел! Займетесь сидинками! Дэниел Стайлс, вы со мной! Будем прикрывать их с башки! Хорошо, что наверху будешь ты! Без напряга! Не бойся, я прикрою! Надеюсь! Поднимаемся! Живо! Лезь наверх! Надеюсь, вы не боитесь высоты! Это что-то изменит? Нет! Давай, полезай! Следи за Цусманом внимательно! Так, они пошли! Прикрой, чтобы они смогли уничтожить клинички! Враг у горящей машины! Где плохо! Еще двое! Снайперы в здании! Они приближаются к зениткам! Крауты на крышах! Надо спугнуть их с крыш! Готов! Враг на том конце улицы! Готов! Попал! Соберитесь, ребята! Их обстреливают сзади! На них идет БТР! Их окружают! Их окружили немцы! Что это было? Кто это? Тернер? Так и жаль! Прикрывай, чтобы они помогли Цусману! Убил! Боже! Дэниел! Я помогу! Я держись! Нет! Держись! В сторону! Уходи оттуда! Быстрее! Ah!
крылья! Нет, сержант! Потому что я тебе не крестная фея! Черт возьми! Я потерял хороших бойцов! Так, надо собраться и взорвать те орудия! Ну же! Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась! Нам нужно просто удерживать эту точку! Нельзя пускать ее к краудам! Если нужно, у меня есть граната! Граната! Полетела граната! Противник справа! Держитесь, пока не прилетят П-47! Где эти чертовы самолеты? На юго-востоке! Бросаю гранату! П-47 на подходе! Укрытие! Самолеты уже близко! Сейчас несет подчас! Цусман! Я жив. Молодцы, ребята. Вы отдали все силы. Обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Они отлично справились, сержант. Может, вы в них ошиблись? Хм. Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Мы продвигались к Парижу целый месяц, стягивая кольцо вокруг оставшихся в районе немецких сил. Но как загнанная в угол крыса, противник нанес последний удар. Чтобы чего-то добиться, мы должны быть готовы ко всему. Например, работать совместно с британским спецназом. Что-то назревает. Согласен. Дэвис приехал. Разведка сопротивления сообщила о немецком поезде с ракетами Фау-2 для атаки на Париж. Дозаправка в Аржентане. У нас едва хватит времени выдвинуться на позицию. Остановим поезд. Вы проявили себя в Мариньи, и вам выпадает честь это сделать. Спасибо, сэр. Но, кажется, одного взвода будет мало. Работайте с британским спецназом. Вам двоим, похоже, досталось. Не волнуйтесь, лейтенант. На вас тоже хватит. Во главе операции агенты Вивианы Кроули. Они давно работают с сопротивлением и знают местность. Вы в подчинении. Мы слышали о Мариньи. Здорово. Мы просто выполняли свою работу. И очень хорошо, но это только начало. Это не просто немецкий поезд с припасами. Это крепость на колесах. Наша связная Руссо должна помочь, но атака на сеть сопротивления может значить, что мы одни. Судьба Парижа в ваших руках. Помню, как было, когда мы высадились на Веркоре. Устроили засаду на патруль. Ты просто старый романтик. Ладно, вот цель. Надо отдать должное краутам. Поезд прибыл вовремя. Не видел поезда больше. И брони толще. Это бронепоезд. Эти ракеты Фау-2 бьют на 200 миль. До Парижа точно долетят. Нельзя дать им их запустить. Ши-ши-ши-ши. Впереди движение врага. Ладно, мы с Вивен снимем их. Тернер, ты идешь сразу после. Дэниелс, раз вы с Цусманом так справились в Мариньи, вы поддержите их огнем. Ну давай. Ладно, пошли. Двигайтесь потише. Надеть глушители! Держись, дружище! Отходим слева! Выходим отсюда!
Бросаю гранату! Время еще есть! Полетела граната! Лейтенант, пошли патроны! Давай! Лови! Граната! Кидаю гранату! Мне не показалось? Неужели живы? Это войдет в учебники.
Надеюсь, что Стайлс заснял. Может, Пирсон теперь хоть ненадолго от нас отстанет. Берегись! За мной. Отведу вас к взводу. Ну, прости, а ты вообще кто? Друг. Идем. Кажется, вы потихали этих людей. А, вы встретили Руссо. Она из Маки, сопротивление. Она убила Краута, который напал на нас. Можно было хотя бы попытаться его допросить. Много возни, он того не стоил. Я думал, ты все. Похоже, ты наделал дел. Поезд надо было остановить, не разрушить. Ага, мне очень жаль, но все пошло не по плану. А еще мы теперь переполошили все чертовы немецкие посты в округе. И уже пора двигать. Вот и все. Мы еще не закончили задание. Разве не так, майор? Вы должны нам помочь. Не знаю как, но нам с Цусом удалось пережить крушение поезда и даже встретиться с крутой французской девчонкой. Ее зовут Руссо. Она из сопротивления. Руссо заставила нас искать на месте крушения документы. Они были нужны для задания в Париже. И для нас у нее тоже дело нашлось. Прошла неделя, как мы остановили поезд. Наш взвод в Париже, работает с сопротивлением. Руссо и Кроули разработали план диверсии. Прямой удар по оккупантам. С помощью документов, добытых в поезде, мы с Руссо внедримся в гарнизон под видом нацистских офицеров. Сюда, джентльмены. Гарнизоном командует полицейфюрер СС Генрих. Он не нашел меня и взялся за моих родителей. Затем мужа. И, наконец, сына. Сегодня вся наша борьба, все наши потери обретут смысл. Сегодня мы вернем себе город. Гарнизон. Там есть свой человек, снабдит нас взрывчаткой. Мы взорвем ворота, и для вас это будет сигнал. Мы надеемся на вас. Ладно, ребята, готовимся. Крауты просто так не сдадутся. Думаю, раз выносим Пирсона, то вынесем и это. Я воевал с ним на Кассерине. Всем бы его храбрость. Недолго осталось, Мезами. Теперь... лезем в логово к волкам. До встречи. Еще блокпост. Фашисты. Мы едем, мы едем. Скоро этот кошмар кончится. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Итак, повторим. Ты Герда Шнайдер, военный атташе. Тебя прислал Гершпигель из разведки для безопасной эвакуации Генриха в Берлин. Не торопись, повтори свою легенду. У нас один шанс. Подкупить человека внутри стоило огромных сил. Надо его найти и обменять свой чемодан на его. Надеюсь, он смог добыть взрывчатку, которой мы взорвем ворота. Не переживайте, майор. Это моя работа. После завершения операции я вас встречу перед гарнизоном. Кто послал? Шпигель. Да. Что бы ни случилось после обмена, ни в коем случае не выпускай чемодан из рук. Поздно отступать. Я все равно дойду до конца. Guten Abend. Papiere, bitte.
Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Помни, тебе нужен Фишер. Он будет в серой форме офицера. Скажи мне пароль. Вахлен. Удачи. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Der Bericht war falsch abgegeben. Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Надо торопиться. Вы готовы совершить обмен? Нет, в рано. А я уже опаздываю. Взрывчатка будет в портфеле, похожем на ваш. Меняться будем в оперативном пункте. Ведите. Нет, за мной следят. А вы можете добраться до кабинета Генриха на третьем этаже. А там срежете путь до северного крыла, миновав КП. Нас не должны видеть вместе. Идите и до встречи в оперпункте. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Если вы не будете строго судить, мы можем с вами перейти на английский, потому что, я уверен, практика ведет к совершенству. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Садитесь. Итак, Герр Грубер прислал вас подготовить мой отъезд. Я польщен.
Это был герр-командир Шпигель. Отлично, отлично. Бдительность в наше время не лишняя. Вы такая серьезная. Давайте выпьем. За возвращение на родину. Французы друг друга стоят. Но, боже, как я буду скучать по их кухне. Берут овсянку, крошечную, певчую птичку. Выкалывают ей глазки, чтобы она только жрала. Потом топят в коньяке. Это гениально. Даже не знаю, почему я буду больше скучать. По вкуснейшему мясу. Или потому, как она медленно дохла. Но в одном я все же уверен точно. Смотреть, как извивается под моим сапогом твой сын, было приятнее всего на свете. Руссо! Товарищей! Это за моего сына! Это за меня! Vive la résistance! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher wird ein Angriff. Finden Sie Ihre Familie und Verhörst? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! На вас можно положиться. Все на ушах стоят. Что вообще, черт возьми, стряслось? Они поймали нашего шпиона. Вы успели поменяться? Да, взрывчатка у меня. Продолжаем задание. Встретимся во дворе, когда ты заложишь взрывчатку. Нельзя терять самообладание.
Büro. Wer war dein Komplize? Wo sind Sie? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Спасибо. Если будете в беде, я помогу. Еще одно. Команды, Дэниелс. Что-то не так. Надо выдвигаться. Не стреляй, пока ворота не откроются. Будь готов. Ну вот, у нас... Скажите им! Пошли, парни! Не сдаться, ни гарнизон не удержит. Контратаку. Нам нужна линия обороны. За мной. Фрицы все еще там. Надо с ними вижу разобраться. Вижу позицию фрицев! Вот, держи. Руссон, опусти туда дыма. Надо зачистить школу, закрепиться там. Их подкрепление на подходе. За дело. Зона чиста. Дэниел, Сусман, идите наверх, зачистите второй этаж. Мы закончим здесь. Бросаю гранату! Лежать! Дэниел, забери оружие у пленного. Чисто. Установим оборону. Немцы скоро появятся. Это лучшая точка для обороны. Подойдут, бросай коктейль Молотова. Весь город отбивается. Мы справимся. Дальше по улице. Дым! Вот они. Целься в водителя. Остальным ждать, когда подойдут на выстрел. Хороший выстрел. Пулемет, открыть огонь! Отгоним их от моста! Сюда! Лови! Уходите отсюда! Давай, Дэниел!
справились, Деннис. Вернемся к остальным. Я вижу впереди кровли, бесы! Превосходно потрудились. Превосходно. Справились. Леголь с войском входит в город. Похоже, мы все же отведаем шампанское и икру. Эй, Дэниелс, где та красотка, которой нужен симпатичный солдат? Прости, друг. Хотел тебя подбодрить. Вот так всегда. Город огней. Ну вот, хорошая новость, верно, Кроу? Назад пути нет. Франция вернула себе Париж. Но это еще не конец. Война не закончена. Да брось, Пирсон, пусть порадуется. Для этого есть терна. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой, и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тернер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Слушай, будешь давить на меня и увидишь, что будет. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил, не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо твоего Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставь трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет, но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Пошел! Пошел! Давай, Дэниелс! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, а они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, нам срочно на цитатке! Танки прикрывают пламя! А ну-ка, заткнитесь все и дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниелс! Дуй Саэла за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Держите, сержант! Дэгвуд Уайт, 2-7, злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и прием. Ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняй! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Крэпсон, мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделай, Берез. Всем быть начеку. Следите за окнами. Ладно, Рэпсон, пошли. Выманите его! Ударить сбоку! Еще один панцирь!
на холм, на котором был тигр. Театр где-то за этим холмом. Дегу 227, злодею! Мы долго не продержимся! Злодей, Дегу 227. Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Ну же, наши ребята ждут. Едем на холм. Спасибо за помощь, сэр. Дегвуд Уайт, отбой. Ладно, Перес будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Алендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниел, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что-то высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы. Потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Сэр, мне нужны патроны! Эй, Дэниел! Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем! Аела, сними с ручника и рули! Остальные, толкаем! Так точно! Дэниел, нужна помощь! Вот же сука! Ты вроде в порядке. Немного бензина есть, аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Толкай, студент. Ладно, двинули! Дэниелс, аптечка! Готовьтесь, парни! Дэниелс, еще одна стена. Пробивай! Снесем все стены, да? Осторожно! Вперед! Не стойте! Надо зачистить холл! Сусман, направо! Аева, налево со мной! Стая, с Пирсоном, второй этап! Так точно! Есть! Они за небом будут на лестнице! На дальнем конце! Пулеметы на лестнице! Атакуем фланга! Внизу главной лестницы!
граната! Надо зачистить пространство за главной лестницей! Сколчин! Надеюсь, это все. Здесь есть аптечка. Бросай! Держи! Сюда! Второй взвод работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной! Давай, пригодятся! Держитесь рядом. Эй, Стайлз. Я нашел для тебя подходящее укрытие. Отвали. Хватит! Дэниелс, дверь! Свет! Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. Нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра, пожалуйста, помогите. Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Айелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой, не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Что же Цусман не сказал, что знает язык краутов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Поверить не могу. Заботимся о кучке краутов. У них там ребенок и старики. Всех не спасет. Они гражданские. Отправим их в тыл. Вот что мы сделаем. Ну да, ну да. Вон грузовик! Пошли! Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Крауты на подходе! Сэр, нам пора. Подкрепление скоро прибудет. Она? Погоди, ты куда? Мы нашли сайт в усуха!
Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу. Не разрешаю. У тебя 2 минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся мигом. Так точно. Черт! Шестер! Черт! Надо найти Анну. Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Von Feinden. Wir sind nicht allein. Мы выберемся. Обещаю. Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Ты молодец. Мы почти выбрались. Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Мы почти выбрались. Откуда они все лезут? Надо двигаться дальше. Я выведу нас отсюда. Mann.
и kommen nicht zurück. Отсюда они доберутся сами. Идем. Мы их сопровождаем и точка. Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Кассерин. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Зачистить улицу! Граната! Бросаю гранату! Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Brechen. Mir geht's! Грузовик подбили! Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь. У вас был приказ взять отель, так? А не вывозить гражданских. Кто решил, что их нужно спасать? У нас было время, сэр. По моим данным, главным был Тернер, не вы. Теперь он командует? Нет, сэр, это я решил. Вина моя. Нет, она общая. Я и слышать ничего не желаю о том, что двое моих лучших людей игнорируют приказ. Когда мы на пороге крупнейшей операции за всю войну. Я вам напомню. Это ударная сила для решительного броска к Рейну. Надо зачистить весь лес, чтобы колонна прошла. С этого момента я требую от вас полной самоотдачи. Так что готовьтесь выдвигаться. Оба свободны. Прошло 3 недели. Мы сейчас в лесу Хюрткин зачищаем, чтобы колонна прошла к Рейну. Мне стыдно, что я так долго не решался открыть твое письмо. Если все плохо, можешь выговориться. А я предупреждал. Студент, дай ему сказать. Она беременна. Ух ты! Эй, это здорово! Ого, Дэниел станет папашей. Она пыталась сказать мне, но я не был готов. Ну ладно. Я, пожалуй, еще кофе выпью. Пошли, тупицы, отстаньте от него. Но я не хочу кофе. Очень хочешь. Прости, что не сказала о ребенке раньше. Я пыталась в тот день, когда ты уезжал, когда ты меня сфотографировал. Всем собраться здесь! Где Дэниелс? Дэвис говорит. Идем. Понял. Хюрген! Темный и почти неприступный. Наша задача – занять холм 493. Он дает контроль над всей долиной. Для слабаков задача может казаться невыполнимой. Но наша дивизия не раз делала то, что другие не смогли. В Первой мировой мы первыми отразили атаку немцев. Первыми пошли в контрнаступление. И первыми перешли Рейн. Ничто не остановило нас. И не сможет. Лейтенант! Скажи им наш девиз. Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Я не слышу! Не бывает сложных заданий и больших жертв. Долг зовет. Правильно. Готовьтесь выдвигаться. Долг зовет.
назад в мясорубку. Аминь, брат. Время 5 минут. Эй, Дэниелс, будь другом. Отнеси Уиллису поесть. Он в наблюдении. Они заложили тысячи мин. Вот, спасибо. Он наблюдает за долиной. А никто не думал, как обойти их с юга? Верховная тюрьма. Шеление снабжения не справляется. Доброе утро. Доброе. Комплимент от шеф-повара. Самое вкусное, да? Спасибо, друг. Как обстановка? Сам посмотри. Огонь не прекращается. Ни на минуту. Я слышал, вы сегодня в бой? Таков план. Удачи тебе там. Спасибо. Итак, наша задача уничтожить артиллерию на вершине холма. Тогда мы сможем удержать лес. На первом этапе соединяемся у реки со вторым взводом. Затем выдвигаемся. Какого сопротивления ждать? Сильнейшего. Мост весь день переходит из рук в руки. Поможем удержать мост. Вот она. Дэвис собрал самую большую бронированную колонну в истории. Ха, если это не напугает краутов, я уж не знаю, что сможет. До Рейна еще далеко. Поэтому надо подавить орудие и спасти колонну. О, черт! Это ловушка! Нас заметили! Пошли! Давай, Ред. Я лучше всех тебя знаю. Ты еще можешь драться. Не сдавайся. Ни сейчас, ни потом. Пол? Фрицы вот-вот будут здесь. Покажи, из какого ты теста. Вставай. Боюсь. Мне не выжить. Ты должен, Ред. Ты нужен Хейзел и ребенку тоже. Вставай. Встану. Встанешь. Ты же никогда не сдаешься. Я в тебя верю, братишка. Пол! Пол! Встретимся дома, братишка. Брикс? Боже. Надо найти точку сбора. О, Господи. Вот черт!
Нет! Есть, сэр! Займись дверью, я прикрою. Все такое ветхое, никакой защиты. Крауты, наверное, ушли отсюда. Думаете вернуться? Надеюсь, что не скоро. Это был последний! Хорошо, Дэниел! Отряд, собираемся у моста! Будем удерживать мельницу! Когда Дирсон подойдет, выдвинемся к точке сбора! Так точно, сэр! Неужели снова мост? Сэр! Снайперы! Ответный огонь! Этот смекся! Впереди! Они с севера! Гранату! Мы отбились! Будьте начеку! Дожидаемся Пирсона и идем к точке сбора! Стайл, готов Дэниел, взять патроны! Давай, пригодятся! Дэниел, лови! Держим позицию до прихода Пирсона и вместе берем холм! Если он не прошел мимо и не взял его сам. У него не хватает людей. И ему это не мешало. Я сказал здесь! Значит, ждем здесь! При всем уважении, сэр. Вдруг Стайлс прав и Пирсон пошел вперед. Это моя забота, Дэниелс. Нутром чую, что-то не так. Мы еще были бы на корабле в Нормандии, если бы я им руководствовался. Точно. Вы слышали, что взвод Пирсона полег на Кассерине? Похоже, история повторяется. Надеюсь, нет. Я хочу узнать, что там было. Да. Ну, мне слабо спросить у Тернера. Но я знаю, кому нет. Меня слышно? Прием. Всем, кто меня слышит, это Degwood White Dog 1-6. Проверка связи. Меня слышно? Прием. С вашего позволения, сэр. Может, нам лучше двинуться к точке сбора? Нет, рано. Пирсон дойдет. Сэр, это слухи, что Пирсон всех погубил на перевале Кассерин. Знаешь, Дэниелс, когда у тебя будет взвод, ты поймешь, что есть два пути. Плохой и жуткий. Но ты думаешь о своих.
и все преодолеваешь. Знал бы это Пирсон. Сержант Пирсон. Молись, чтоб не быть на его месте. Лейтенант! Получили сообщение от Бейкера. Они атакуют холм 493. Пирсон с ними. Что? Он взял наших и второй взвод. Скорей! Пошли! Пошли! Не останавливаться! Может, Пирсон все еще у подножия холма? Полагаю, мы его давно прошли. Да шевелитесь, черти! Кажется, это наши! Дэниел! Ты как? Я в порядке. Где остальные? Пирсон повел их атаковать орудие. Мы просили подкрепление. Упрямый сукин сын! Мы за вами вернемся. Быстрее! Мы им нужны! Артобстрел! Ложись! Придется подниматься на холм! Не высовываемся и двигаемся вперед! Надо двигаться дальше! Видовой, вот патрон! Марш, марш, марш! Быстрее! Сэр, мне нужны патроны! Надо начать нашу реакцию на пути! Усилить натиск! Дэниел, ты цел? Рад тебя видеть, дружище! Пирсон, о чем ты вообще думал? Выполняем задание! Надо помочь нашему инженеру взорвать тот бункер! Это еще не конец! Дэниел, сопровождай Паркера, чтобы он мог заминировать бункер! Есть, сержант! Дэниел, дай знать, когда будешь готов! Пригнись и пошли! Живее! Открываем прикрытие! Открываем прикрытие! Бросаю гранату! Вперед! Быстро! Дэниел! Разнеси этот пулеметный бункер! Кидаю дымовую гранату! Пулемет вперед! Вперед! Переглянемцы! Рассредоточиться! Пулемет пока вне игры! Враг стремительно наступает! Бросаю гранату! Иди! Открыть огонь на подавление! Пулемет нейтрализован! Теперь можно двигаться! Пулемет нейтрализован! Теперь можно! Пулемет нейтрализован! Давай, Паркер! Мы выполнили задание. Сколько? Был приказ занять этот холм. Надо было подождать нас. Времени не было. Так что с людьми? Был приказ. Да пошел ты со своим приказом. Думаешь, я этого хотел? Мы шестеренки в машине, Джозеф. Если будем делать, что хотим, весь механизм сломается. Подумай об этом. Это люди. Наши люди. Об этом ты подумал? 150-ки по-прежнему бьют по нам! Вперед! Уничтожим их! Дэниел! Прямо по курсу бункера! Впереди еще пушки! Не останавливаться! Дэниелс, у меня тут отдельно!
Мне нужна аптечка! С тобой, сынок. Лейтенант! Я не выживу! Бросьте меня! Я с тобой! Иди! Мы не справимся! Нужно уводить отсюда, ребят. Нет, мы продержимся. Вы должны отступить. Нет, мы вас не оставим. Поднимите меня, я их задержу. Уходите живо. Живо! Мы не забудем. Нет слишком больших жертв. Давай. Назад! Бегом! Нет! Сэр. Я подумал, вам это больше нужно. Ты ошибся. Видишь ли, это новый мир, Дэниелс. Мой мир. И будь уверен, я выполню свои обязанности в полной мере, как бы там ни было. Теперь ты мой заместитель. Будешь поддерживать меня на 1000%. И обеспечишь мне такую же поддержку у всех. Если не доработаешь, ответишь по полной. Все, прочь с моих глаз.
Потеряв Тёрнера, мы остались без защитника. Клянусь, Хейзел, я хочу вернуться к тебе героем. Но теперь командир Пирсон, и я не знаю, вернусь ли. С Рождеством, Тёрнер. Тёрнер! Пирсон сделал этого паренька капралом. Что ты скажешь на это? Скажу, что ты все тот же мешок с дерьмом, Аэла. Не надо сейчас. За Тёрнера! За Тёрнера! Везучий сукин сын. Первый во всем. Продолжайте пялиться. Наслаждайтесь вечером, парни, потому что завтра, когда колонна выдвинется, вы будете оборонять ее на передовой. И Тёрнер вас защитит, нет! Полегче. Полегче? А, ты же теперь капрал. Вот и поглядим, как это легко. Давай. Дай только повод. Да, я так и думал. Шесть лет с ним служил. Шесть. С долбанным Рождеством. Колонна идет, и мы должны сделать так, чтобы она добралась до Рейна. Осталось только справиться с холодом и с Пирсоном. Что за сапоги, студент? Как новые? Ага. Спер у одного резервиста, замерзшего до смерти. Если бы Пирсон не жадничал со снабжением, мне пришлось бы воровать. Ладно. Хозяину они все равно были ни к чему. И куда делся наш сельский парень? Увидишь его, дай знать. Охренеть Рождество, да? О, да. Да. Вместо того, чтобы обниматься со своей девушкой в тепле, морожу тут задницу с вами, придурками. Вот черт, Пирсон тут. Аэла, за пулемет! Да, сержант. Сержант, есть плащи или одеяло? Как по мне, ты в порядке. Восточный блиндаж под обстрелом. Хватай ящик с патронами, отнесешь им. Унесу ящик, а Ела останется ни с чем. Ну так цельтесь получше, черт вас дери. А, капрал. Для вас есть кое-что. Это Говард. Приятно с вами познакомиться. Простите, не ожидал. Что придется работать с таким инженером? Говард был в роте, что брала высоту. Вам дали сражаться? О, да. Даже умираю. Так, когда пойдет колонна, будет настоящий ад. Думал, подтянут резервы. Мы есть резервы. Нужно подкрепление с воздуха. Смотри-ка. Дэниелс только что вспомнил, что он капрал. Радио работает. Да, но помощь дать не стоит. У летчиков дел по горло. Осталось лишь проводить этих ребят до Рейна. Да, если крауты не все мосты взорвали. Отличный настрой, служба! Вроде бы все. Ты там как? Живой. Усыпляют бдительность перед атакой.
Нам надо найти Пирсона. Сюда. Танки на подходе, они отрежут нас! На старом кафе есть радио! Вы прикройте огнем, а я его починю! Этот кафе близко к врагу! Эй, ты теперь капрал, вот и веди себя как капрал! Вы думаете, что мы пойдем туда с ним? Ты же из Квинса, что с тебя взять? А хоть бы и ты! Эй, я же не боевый! Погоны отдал, чтоб быть здесь! Теперь шевелись, живо! Иди давай! Этот мир сошел с ума! Я тебе сейчас в нос как дам! Эй, сделай это! Говард умрет, нам всем конец! Дэниел, спасли! Крауты идут! Пехота противника выходит из-за деревьев! Радиостанции! Дэниел, спасли! Достал! Она Крауты прострелена! Уже время! Нельзя их сюда подпускать! Легко сказать! Говарду! Бродяга Джо, бродяга Джо, это Deadwood White 5. Запрашиваю авиаподдержку. Прием. Раз понял, Deadwood White 5. Авиаподдержка уже занята сопровождением бомбардировщиков. Время прибытия неизвестно. Прием. 509-й, это штаб. У нас экстренный запрос на авиаподдержку. Отводи свой отряд, как только достигнете места назначения. Вас понял, штаб. Проводим бомбардировщики. Полная смена курса. Мы в 3 минутах от цели. Разберемся с тяжелой техникой. Против нас ведут зенитный огонь. Этот крауд начал слишком близко подбираться. Нас подбили! Приближаемся к цели. Дай
Занимайте место бомбардировщикам. Хватит трепаться. Равняйтесь на меня. Штаб, это 509-й. Мы проводили бомбардировщики и готовы оказать авиаподдержку. Вас понял, 509-й. Вражеская пехота и бронетехника атаковали 9-ю бронетанковую дивизию. Прием. Бродяга Джо, бродяга Джо! Это Дэгвуд Уай-5. Нас теснят. Где чертова авиаподдержка? Ждите, Дэгвуд Уай-5. Авиация в 50 милях от вас. Прием. Дэниелс, радио ведь работает. Так точно. Тогда и нас накроет. Слишком близко. Уже Пирсон слетел с катушки. Это не ко мне вопрос. Он, небось, получит медаль. Ну, было неплохо. Нам повезло, что мы живы. Пока. Дэниел, сведи краутов куда следует. Да, сэр. И давай пошли. Я уже видел этот взгляд. Это было перед самым Кассерем. Теперь мы сами за себя. Васа Петля. Чего ему? Васа Петля. Вот. Черт возьми, ты что творишь, Тулсон? Ничего, сержант. Что-что? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Сукин ты сын. Сержант. Эй, а ты не лезь! Эй, стой! Мечисон! Мечисон! Не морайся! Дэниелс! Тупица! Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. Сукин сын прятал вот это! Дай сюда! Что там за хрень? Приказа заложить взрывчатку на мосту в Ремагине. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Грузовики со взрывчаткой скоро будут здесь. Нельзя пропустить их к Рейну. Пирсон приказал валить деревья, чтобы перекрыть дорогу. Где чертов Пирсон? Наверняка в какой-нибудь дыре с детонатором. И своим виски. Знаете, что так же опьяняет? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлз, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Сделаем. Мы станем героями, между прочим, а? На шаг ближе к Рейну. Мы дышим Адольфу в спину. Надо только остановить те грузовики.
Я сам заложу. Следи за дорогой, не появится ли немецкий транспорт. Сюда! Тут прекрасный обзор. Это наш сигнал. Грузовики на подходе. На дороге нацистский транспорт. Говард! Сюда! Бомбы привязаны. Ждем сигнала Пирсона. Погоди. Пусть выйдут на позицию. Фрицер ждет большой сюрприз. В 3 часа. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Эй, не шумите. Берегитесь патрули. Едем! Нас впереди. Около главных ворот 2 высоких точки. Надо туда пойти. Эти пока разделятся. Радарный бункер. Заберемся на него. Не стреляй. Отряд Пирсона скоро будет штурмовать ворота. Осматривай территорию. Ищи цели. Взрывчатку загружают в машины. Справа. Пирсон на позиции около ворот. Нет, офицеры близко! Второй класс на балконе!
Плохо дело. С евреями они не церемонятся. Спокойно, не дергайся. Успели. Ты как? Цусман у них. Чаливо, но надо атаковать последний грузовик. Нет, 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 ты никуда не пойдешь. Суслана в Гале. Задание это главное. Я его не трогну. Нельзя терять грузовик. Надо ехать быстрее. Нарушил приказ. Тогда отдай меня под трибунал. Дезертир заслуживает смерти. А может, я окажу нам всем услугу? Закончу тебя. Сержант! Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Все хорошо. Подолтай. Ты сделал все, что мог. Auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Die und separat. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Wer sind die Juden?
Да Юден. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi-Stuckscheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick Dirk. Zeig sie mir! Amerikaner. Точка. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringt ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Вот уже 8 недель, как Цусман попал в плен. Я пытаюсь не терять надежду. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Косырине. На Косырине? Вы ничего не знаете, рядовой. У Пирсона был приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но, спасая их, потерял еще больше людей. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Теперь меня ждет трибунал, сэр? Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Вы настоящий герой. С возвращением, Ред. С этого момента я ни на минуту тебя не оставлю. Вам все понятно, капрал? Да, мэм. В порядке, Ред? Мы болтаем или охотимся? Тебе есть чем гордиться. Поборол страх, справился с собой. Что и требуется от мужчины. Лучшее чувство на свете, правда? Побывать в аду и вернуться домой героем. Ред. Вы настоящий герой. До конца? До конца. Все, чего я хочу, быть рядом с Хейзел, когда родится ребенок. Но я должен убедить Пирсона вернуть меня на фронт. Я должен найти Цуса. И знаю, он поступил бы так же. Если я не вернусь, Пол, позаботься о них. Воу-воу! Ты куда? А ты как думаешь? Это суицид. Я бы туда не совался. Пирсом в запое. Спасибо.
Да ты, твою мать, шутишь, что ли? Я не брошу Цусмана. Скажи это капеллану, а заместитель, не выполняющий приказы, мне совершенно не нужен. Вы не подчинились, когда отказались уйти без своих ребят на Косырине. Что ты сейчас сказал? Вы слышали? Иди отсюда, пока можешь ходить. Дэвис рассказал. Вы просто пытались сделать для своего взвода все, что могли. Убирайся! Убирайся! Я никуда не пойду. Вон я сказал! Проклятие! Мне приказали отступить. Но я не мог их бросить и сказал парням, что мы удержим этот перевал до подхода подкрепления, но оно не пришло. Не пришло. Так что да, ты прав. Я обрек своих на смерть. Иди. Только вместе со взводом. Думаешь, ты такой храбрец, да? Попробуй быть храбрым, когда изо дня в день вокруг тебя гибнут твои люди. Тёрнер бы не сдался просто. Тёрнер мертв! Так поступите достойно! Нет слишком больших жертв! Ты ничего не знаешь о жертвах! А как вам это? Почетное увольнительное за подписью Дэвиса. Мой билет домой. Я мог бы получить все. Славу героя, любовь своей девушки, черт, даже бронзовую звезду. Но есть последнее задание. Да ты бешеный. Бешеный — это еще мягко. Черт с тобой. Сержант? Я сказал, черт с тобой. Ты принят обратно. Прочь дороги. Думаю, вся шайка в сборе. Нет, не вся. Захватим мост и найдем Цуса. Есть, капрал. Если Цусман жив, он за тем мостом. Но его еще надо взять. Ну что, вот и он! Последний мост через Рейн! Переправим колонну, и мы в самом центре. Они у нас в руках. Слушай, пан или пропал! Все нас к этому вело! Держись! Ладно, со мной, давай! Нам надо занять въезд на мост! Есть, сержант. Пошли! Эй, не хочу жалеть, что дал тебе второй шанс. Не пожалеете. Пошли! Займите верхние этажи! Най, остался!
места! Отряд, за мной! Направляемся на мост! Крауты взорвут мост, надо остановить их! Стайлз, у тебя! Все бросили в бой! Просто тяни время! Мы займемся зарядами! Так, я иду вперед, а Дэниелс и Стайлз прикроют инженеров. Готовы? Пошли. Вперед! Эй, вы! Обезвредьте заряды под основной конструкцией! Крауты отходят! Тихо! И смотрим в оба! Иди! У тебя на прицеле, Дэниелс! Огонь! Граната! Швыряю гранату! Бросаю гранату! Они взрывают мост! Кто убит? Кто еще со мной? Мост устоял! Чертов мост устоял! На нем еще были их люди. Чокнутые ублюдки! Вставай! Надо идти! У нас еще есть дело! Противник возле мешков! Ты можешь наводить артиллерию! Все кончено. Мост наш. Капрал Говард. Я должен перед вами... Ты мне должен гораздо больше. Проходите! Вошли в историю, ребят. Первыми перешли рейд. Что вытаращился, Фриц? Есть сообщение о лагерях военнопленных. Дэвис приказал не начинать зачистку без его разрешения. А ты знаешь, что делать с приказами Дэвиса? Вас понял, сержант. Ладно. Я горжусь тем, что первый плацдарм на Рейне захватил именно наш взвод.
Колонна движется в самое сердце Германии. Мы, считай, уже победили. Но я нет. Нет, пока не найду Цуса. После моста мы пошли на восток, по пути обыскивая лагеря. Мне казалось, я знал, что такое жестокость. Оказалось, нет. Но одно могу сказать точно. Я никогда не забуду того, что видел. Выжившие сказали, что других пленных и Цусмана забрали в небольшой лагерь в 3 часах к востоку. Остается только надеяться, что он сумел выжить. Последний. Похоже на трудовой лагерь. Идем. Мне кажется, здесь никого нет. Все еще горит. Они только что ушли. Там казарма. Дэниелс и Стайлс, проверьте. Аэла, со мной. Они хотели скрыть все, что здесь было. Наши парни. Доставай фотоаппарат. Люди должны знать. С ними обращались хуже, чем со скотом. Избивали, морили голодом и заставляли работать до изнеможения. Нацисты хладнокровно убивали наших парней. И никакое адское пламя не очистит их вину. Думаю, их казнили в назидание другим. Убивали самых слабых. Тех, кто за ними не успевал. Дэниелс, сюда! А ну-ка, взгляни на это. Следы ведут в поле, видимо, туда их и повели. Тогда и нам туда. Но, боюсь, шансов мало, капрал. Я обещал Цусману. Мы его найдем, но не гарантирую, что живым. Сержант, я вперед! Цусман! Ред, стреляй! Круг всегда замыкается. Все, что я сделал и что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Ты умер там, в снегу, потому что я не смог. К черту, я иду, Цусман. Ты не умрешь, брат.
Нет, не сегодня. Цусман! Цусман! Вот уроды. Я думал, что про нас забыли. Что я тут умру в одиночестве. Попей, не спеши. Ты всегда приглядывал за мной, Пол. И сегодня, думаю, тоже. Лишь одно помогает тебе держаться, если совсем тяжело. Когда рядом с тобой... твои братья. История взывала, и вы ответили. Вы все разные, но пришли защитить мир и свободу. Благодарю. И весь мир благодарит. И что бы ни случилось, знайте, вы теперь навсегда причислены героями. Ну что ж, парни. Цусман хотел отдать тебе. Это тебе больше нужно. У тебя ребенок. Благодарю за доверие. Ты справишься. Джентльмены? Квинс! Блудный сын вернулся! С тобой все нормально? Навещу Цусмана. Сержант? Домой, сержант. Да, я дома. Ты опять на службу? Слишком давно я не был в Техасе. Береги себя, парень. Есть. Когда сын спросит, что я делал, скажу, сражался. Вместе с первым и бешеным Пирсоном. Бешеный — это еще мягко. Если будешь в Чикаго... заеду. Может быть, я раньше окажусь в Лонгвью. Да, в любой момент. Знаешь, когда нас взяли в плен, они отняли не только свободу. Мы были вместе, но мы были одни, ища любой способ выжить. Но ты мог уехать домой героем. Зачем ты вернулся? Я видел жизнь, но жить не научился. До конца. До конца. На сей раз сон был другим. Мы добрались до дома. Вместе. Я все слышу вой волков, Пол. Иногда даже вижу их. Но ты показал мне, как с ними справиться. Так что это твое. Твоя жертва помогла мне понять, что герой рискнет всем для спасения брата. И ты навсегда мой брат и герой.